Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка Линком. Давайте смотреть новинки. Форма для выпечки 199 рублей. Состав боросиликатное стекло. Есть овальные. Вот здесь написано, как для пудинга, для пирога, вернее, нарисовано. А там что захотите, как говорится. И прямоугольные. Здесь уже для курочки, для грибов. Отличные формы. Вау, какие кружки за 77. Красивые. С трубочкой 480 миллилитров. Так и приучит нас пить с соломки. Есть синенькие и розовые. Симпатичные. А это стакан с трубкой. Без ручки. С надписью. С делением. Четыреста восемьдесят миллилитров. Крючки для вязания 6 штук, вот такого размера. Ничего не фокусируется. В общем, размеры 2 миллиметра, 3, 4, 5, 6 и 7. 99 рублей. Очень много. Опять новая пряжа. 400 метров, 80 грамм, 99 рублей. Сейчас посмотрим, какой состав. Состав 100% акрил. Пакет для шин. Пакеты предназначены для упаковки шин. 1 на 940 миллиметров. Количество 4 штуки. Какие кошельки нам пришли? 199 рублей. Стеганы разных расцветок. Смотрите, какой он внутри. Много отделений различных. Даже есть для мелочи. И с ручкой. Довольно-таки прилично. Только большеват, мне кажется. Еще розовый. Состав полиэстер и сталь. Собираетесь заказать себе что-то в интернет-магазине? Сделайте это выгодно со SmartySale, сервисом умных покупок. Высокие ставки по кэшбэку, мгновенные выплаты, хоть на мобильный, хоть на банковскую карту. И минимальная ставка для снятия практически отсутствует. Можно снять любую сумму. Чтобы вернуть часть своих денег, нужно установить расширение для браузера. Вот смотрите, вот баланс у меня, я уже набрала $1.32. Переходите в магазин, очень легко. Переходите в магазин, вот идет отсчет. Кэшбэк 5% зачисляется автоматически. И сразу переходите на страницу вот AliExpress. Входите на свою страницу. Вот перешли мы на мою страницу в AliExpress. Я заказывала себе микрофон. Видео потом выйдет с распаковкой. И переходим сюда. Видите? Вот $1.26 у меня в ожидании. Зачисление уже $1.32 у меня зачислено. И еще будет $1.26. Просто отлично. Просто заказывайте себе товар через кэшбэк. И еще и получаете деньги. Возврат. Просто не могу с вами не поделиться, потому что сама пользуюсь этим кэшбэком. Почему бы вам тоже не пользоваться? Мне очень нравится. Покупайте товары в интернет-магазинах со SmartSale. Ссылка в описании. Опять появились декоративные шарики с конфетти с подсветкой. Декорация, помещение, украшение праздников. 7 штук. 199 рублей. Смотрите, как здорово.
Я покупала внучке, когда было 3 шарика и без подсветки. А это с подсветкой, здорово. И вот шары для украшения праздников. Абажур с лентами. Тоже, мне кажется, очень здорово будет смотреться. ₽99. Постоянно что-то появляется для Нового года. Смотрите, какая коробочка, книжка. Коробка подарочная, новогодняя, 17 на 13 сантиметров. ₽77. Разный рисунок. А металлические коробочки какие. А вот какой пряничный город. И это очень красиво. Ну и последнее, чтобы вас не утомлять. ₽77. Привезли наборы подставок сервировочных 42 на 27. Набор 6 штук. Разные расцветочки. Мыло туалетное для детей. Крем и череда. Крем и чистотел. Крем и ромашка. Такой наборчик. Стоит он ₽99. 3 штуки по 190 грамм. Здорово. Такой, знаете, сделан как будто под старину. Даже с твердыми знаками. Такое детское мыло 200 грамм за $27.50. И такое 5 штук по 75 грамм, ₽55 с кремом. И натуральное, изготовлено в лучших традициях для вас и вашей семьи. Туалетное мыло, 160 лет качества, $27.50. А это мыло для дам и господ. Не знаю, как повернуть-то, чтобы уместиться. Вот так, наверное. Так, что у нас здесь? Парфюм и бальзам, парфюм и глицерин, и парфюм и масло. 1855 год. ₹99, 570 грамм. Вот какое интересное мыло. Крем-мыло «Лесная полянка». Молоко и мед. Нежная забота. 6 штук. Нет, 5 штук. ₹55. Земляничное мыло. Натуральное написано. Душистое. $27.50. И хвойное. Давно я не обращала внимания на мыло. Сколько всяких разных появилось. Мыл. Сколько всяких разных. Сколько появилось разного мыла. Гель для душа. 250 миллилитров для мужчин. ₹149. Вот видите, какая появилась цена. 149, не 199, и не 55, и не 99, а 149. Что-то сегодня не фокусирует. И тут же огромный гель для душа, только другой марки. Стоит 400 миллилитров, ₹55. Здесь, значит, 55 огромный. А здесь 149, 250 миллилитров. Выбор за нами. Игрушки мелкие, зверушки. Смотрите, какие. Единороги. Ананасики. Так приятно ее мять. Лимончики. Мышки. Клубничка. Бананчик.
77 рублей. И такие вот опять новые сквиши, кусочек сыра. Печенька какая-то. Вот какая-то штучка. Радуга. И авокадо. 55 рублей. Ну, еще вот тут. А я беру вот эти три. И на другом канале про слаймы я покажу, что я с ними сделаю. Появилась новинка. Набор шоколадных конфет. 125 граммов. 99 рублей. С орешками. Пралине с добавлением фундука и молочном шоколаде. С цельным фундуком. Два вида здесь. И очень прилично выглядит коробочка. Можно даже на подарок. Икра из кабачков. Готовый продукт. Как будто бы я такую хочу. 680 миллилитров. 55 рублей. А кто производитель? Что-то здесь все на нерусском языке. Изготовитель, производственная компания «Русь». Ну, я вот прям почти ничего на русском не вижу. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.